В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Роскошь – это необходимость, которая начинается там, где заканчивается необходимость. И кажется, что модельерка Коко Шанель говорила о роскоши как о новой необходимости. И, как я надеюсь, каждый из нас может позволить немного роскоши в своей жизни. Делать не только то, что нужно, а то, что приятно. Купить еще одну компьютерную игрушку, хотя на полке еще несколько непройденных, еще один красивый флакончик с парфюмом, а куда остальные девать? Или же роскошь пойти в классный ресторан с приятным человеком, хотя в холодильнике пельмени и суп надо доедать. Ну а в чем же здесь такого? Настоящая роскошная роскошь появляется, когда ты полностью и осознанно погружаешься в это действие и можешь получить от этого реальное удовольствие. И тогда бахнуть пиво посреди рабочего дня из протеста превращается в люкс, если вы, конечно, потом готовы понести за это ответственность. Петербургский музыкальный проект с якутскими корнями «Луна Берег» представляет новую пластинку «Неважно», на которой неторопливый с бокалом аперо в руках вытаскивает действительно важные вещи из запутанного клубка повседневного серого ничего. Потянул одну ниточку, отпуск, другую море, и глядишь, уже готов престижный костюмчик для покачивания в ритме фанка и чилвейва где-нибудь в ламповом лобби дорогого отеля. Проект «Луна Берег» и композиция «Роскошь». Первыми к посадке приглашаются пассажиры премиум-класса. We'll be right back.